Чувашия занимает первое место в России по открытости бюджетных данных. Как расходуются средства республики и куда они направляются, доступ к этой информации не ограничивается. Сервисы с актуальными данными есть на сайте Министерства финансов Чувашии и на портале Управления общественными финансами. Информация на порталах обновляется ежемесячно. Здесь доступным языком расписано, куда уходят бюджетные средства, откуда они поступают, какие доходы, какие расходы. В бюджете для граждан есть расшифровка расходования денежных средств по каждой госпрограмме, в том числе по всем межбюджетным трансфертам, расшифровка тех доходов, которые к нам поступают в разрезе всех налогов основных. То есть любая информация, которая интересует, можно ее там увидеть. Ну и, соответственно, у нас есть форум свой, где любой гражданин может задать вопрос по этому поводу, соответственно, по телефону позвонить, по электронной почте. То есть средства связи у нас ничем не ограничены, мы всегда готовы пояснить, в принципе, ту информацию, которая может быть интересна населению.